Другим темам жителей населенных пунктов, расположенных вблизи полигона «Широкий Карамыш», жалуются на ухудшение состояния их домов от сильных взрывов, проводимых на полигоне. Здания разрушаются, дают трещины. Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил этот вопрос на приеме у министра обороны России Анатолия Сердюкова. Министр обороны Российской Федерации Сердюков в эту ситуацию вмешался. И сегодня в Саратовском районе это идут не методом подрыва, а методом невзрывного уничтожения. Поэтому я считаю, что это правильно, что люди успокоены, они имеют возможность свободно жить. Если есть какие-то разрушения, думаю, что и власти Саратовской области должны помочь жителям для того, чтобы никто не остался пострадавшим. Поэтому это хорошее будет и правильное решение.